Біздің жігіттер, 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 мені жігіттер, керемет жігіттер. Мұна біз жігіттер, 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 арландай, тарландай біздің жігіттер. Мені, 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 мені. Біздің жігіттер, 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 мені жігіттер, керемет жігіттер. Мұна біз жігіттер, 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 сегіз қылға бір сұрлы біздің жігіттер. Мені біздің жігіттер, 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 мені жігіттер, керемет жігіттер. Мұна біз жігіттер, 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 арландай, тарландай біздің жігіттер. Мені үлкен кіші, алыс жақын, туыс бауыр, ағайын, шын көңілім мен. Gay party. Oh, I'm fucking coming. This thing. Stick finger in my ass. А, ну что ж, всем привет, дамы и господа, с вами Джинс. Ебать. О, админ. Сейчас пойдем получим админку сразу же просто, и будет изи, я думаю. Блин, у него что-то пальцы в крови, кстати. Видимо, лазить было не очень приятно. Кто-то с QTE проебался, урод какой-то. Так, ну что, открывай эту дверь, пани господарю. Давай, давай, доставай, доставай, малыш. Давай, давай. Ой, хорош. На характере, на характере. На характере. Почему я назвал его малышом, я не знаю. Это странно. Опа! Мерзость. Найс, улыбочка. Жесть какая. Да ладно, что ты начинаешь-то? Нихуя приколы. Крысы, наверное, не очень комфортно там было чилить. По всей видимости, были съедены нападавшим. Ну, голодный оказался парнишка. Но что тут взять-то? Если убил уже, то можно и схавать, правильно? Сука, микрофон, ты меня бесишь, блядь. Чё ты падаешь, тварь? Чё ты падаешь? Я тебя подниму вот так вот. Ну чё, падаешь? Вот так и стой, сука. Ты задолбал меня. Так. Да. Всем нужно немного ласки, правда? Правда. Ребята, в чате, вам нужна ласка, мне интересно. Просто чел сказал, что всем нужна ласка. Вот, вы там погладьте кого-то, кто рядом с вами. Пускай, может, ему нужна ласка. А, зараза. Бля, здесь все ведьмака косплеят, я не понимаю. О, смотри-ка, кто-то учится играть по правилам. Блядь, ну она и тварь. Боже, я никогда больше в жизни с ней не соглашусь. И правила. Правило 1. Эмили всегда права. Правило 2. Что бы ни происходило, Эмили всегда права. Эмили всегда права. Правило номер 2. Эмили всегда права. Сука тупая, блядь. Чё это? Телефон. Найдена улика. Телефон Бет. Блядь, телефон Бет звучит, звучит как какая-то... Я думал, копы тут... Букмекерская контора, блядь. Телефон Бет. Заходи. Пора играть, да? Ну да. Было смешно, ха-ха. Ха-ха. Я гуляю в полотенце. Привет, Саманта. Здорово, псих. Ха-ха-ха. Кавера, ебать. Меня ищет. Фух, ебать. Как с нее полотенце не спало? Как это возможно? Как она не спала? Это жесть какая-то. Как она не спала? Как? Меня ищет. Пам-парам, ебать. Нам нужно. Так, олени, давайте без негатива, ебать. У меня топор, нахуй. Я понял, Мэтт, из-за того, что он супер куколд, он стал повелителем оленей, короче. Да-да-да, на самом деле Мэтт супер повелитель оленей. Блин, на втором стриме уже не так много шуток проеблю. Потому что если бы это было бы начало игры, мы будем в твоем доме, ну что, поебемся? Вот это вот все. Ебать. О боже, он здесь, он пришел за мной. А на Мэтта похуй вообще. Пам-парам! Спасибо. Эмили! Эмили! Эмили!
Чего, блядь? Что я сделал не так? Что я сделал не так? Что я сделал не так? Я не понял вообще, что я сделал не так. Я пытаюсь всех спасти, и в итоге у меня просто, типа, все сдыхают, непонятно из-за чего. Ну ладно, окей. Но за Мэтта обидно, лучше бы Эмили сдохла, она тоже, походу, сдохла. Бля, у меня все сдохнут, я не знаю. У нас просто был шок, ясно? Твой мозг спёкся. Давай поймёмся. Я не верю даже своим глазам. Ну ты же в очках, чувак. Очевидно, что ты можешь плохо видеть. Эй-эй-эй! Что вообще за приколы? Да бля, ну ты же приколист, чел. Ты должен был оценить приколы, блядь. Я волнуюсь за Сэм. Что ебать. Крис, призрак! Что? Ты не видел? Крис троллит просто. Он не поворачивается специально. Хэштег за нами гонится призрак. Хэштег за нами гонится призрак. Ну какой еще призрак? Чей, блин, призрак? Че она делает? Она чилит? Боже мой. Вот, смотри, Крис, не говори мне, что ты это не видишь. Это... Видишь? Это... Теперь видишь? Я не знаю, что это, и я... Бред какой-то. А ну, показывай на путь. Чего он побежал? Смотри, смотри, Крис. Через окна все видно. Что видно? Посудку, что ли? Нет, там целая сценка с куклами. Ебать, вау. Плюс бан, ебать. Что это? Звук шел оттуда. И это Undertaker! Блядь, из рестлинга выходит нахуй из гроба, бля, или кто там был. Джон Сина, ёпт. Крис, я не хочу идти дальше. Ну давай здесь посидим, хули, блядь. Реально, зачем идти дальше, ёпт? Здесь балдежно, по-моему, в натуре. Все, я так больше не могу. Да, и я тоже уже на грани. И начинают... Что случилось? Не, слушайте, мне начинает импонировать Крис. Вначале он был странным немного. Особенно, когда он флексил Fortnite Dance, блядь, с ружьем. Я подумал, что за еблан. Но сейчас он мне начинает импонировать. Типа, он вроде на адекваточках максимально. Почему ты всегда прав? Я не всегда прав. Ну, когда ты прав, ты прав. Я не хочу быть прав, я хочу уйти. Это дефолтные споры с женщиной, блядь. Диалоги Тарантино, блядь. О, можно этой штукой соски себе прижечь. Батарейки и таймеры. Окей. Подожди, почему здесь глаза, типа, она сдохла? А на Джоша такой штуки нет, то есть Джош не сдох? Да не, ну его разрубило пополам, блядь, камон. Тут как бы no way. Майк. О, сейчас будет скример, чекайте. Будьте готовы. О, Крис! Думал, это... Ебать! Давай. Минус два в очередной раз. Понимаю. Не понимаю. Не понимаю. Ну это не она, по-любому. Либо она мертва уже, хз. Сэм. Ну она просто спит. Нет, наелась нет, и спит. Нет, она жива. Нет, это плохо, очень плохо. Опа. Забрать ее отсюда. Бэт, да чё же меня всех душат-то? Отходи ко мне. Нет. Живи и учись. Живи и учись. Что он с тобой сделал? Вроде ударил. Вроде, блядь. Козла... Крис, ты можешь взять этот пистолет и застрелить Эшли. Или застрелить себя. Тот, кто останется, будет жить. Короче, в итоге нужно просто не стрелять, и все. Стой! Я не хотел стрелять! Не надо, Крис! Нет! Меня. Стоп! Ну, черт! Не стреляй! Мне, дай мне спасти тебя! Я просто нажал в бок, чат! Пожалуйста. Я думал это осмотреться! О, а, все, не стреляем. Ебать, геймпад вибрирует. Нет! Чего? У нее до сих пор не спало полотенце, блядь. Прикиньте. Охренеть. Вот да, это реакция. Что опа. Здесь такое происходит? Там видно сиську? Нет, убирайся! О, Крис. Какого хрена? Ты же слышал о холостых патронах. А-а-а. Серьезно.
Чё? Да его разрезало пополам, пошли вы нахуй. Я... Стоп. Нам показало, как его разрезали пополам. Как это возможно? What the fuck is going on? Фирамир остался жив. Бля, ну возможно он робот, и он просто поменял часть своего тела. Но я охуел, конечно, если честно. Пиздец, это просто пранк 20 века. О, господи, Мэтт! Мэтт! О, боже мой! Мэтт сдох, алло. Я его на крюк насадил, ёпта, случайно. Она, конечно, мерзкая, но, блядь. 600 баксов. 600 баксов? Это была моя любимая кофточка. А, тю, блядь. За 600 баксов? Ясно, реинкарнация Камы, блядь. Ну вот. Понял. Другой. Или у клоуна две пасы. Да чё ты орёшь-то так громко, ёбаный рот? Ох, минус джинсы за 500 долларов. Будешь проходить еще раз хорошую концовку. Ой, бля. На Детройте у меня то же самое спрашивали. Нет. С чего вы взяли вообще, что у меня будет плохая концовка? Я еще не закончил игру, сука. У меня будет каноничная концовка, 100%. Иначе никак просто. Вы че рофлите, блядь? В прошлый раз, сука, я не спрятался, меня убили. В этот раз я спрятался. Че ты ржешь, блядь? Джо, в этот раз я спрятался. Хорошо. Как это работает, блядь? Мы тупая игра. Иногда полезно заставить сердечко колотиться. Пиздец, он клоун, как блядь. Море крови. Вот как он это сделал? Тела. Это все там было видно его голову. А! Нет, но каков был. Нихуя! Видели бы вы свои рожи. Нихуя! Уж вы-то все приняли за чистую монету. И ты за это заплатишь, мразь! А, то есть он клоун по приколу? То есть он не серьезный клоун? А. Он не главный злодей? Ребят, манди дальше. Манди, блядь. Ну, короче, на самом-то деле Джош, оказывается, не главный бандит. Здесь есть более серьезные ребята. Прости меня, пожалуйста. Хватит! Ебать, он ему фистинг устраивает. Может, давайте жить дружно? Чё, блядь? У него кукуха поехала, бля. Ну давай уже, поджигай меня. Тихо! Не подходи! Ебать, что держи! Это? Держи! И убирайся отсюда! Живо! Там какая-то ебака была. Я понял, короче. Это чел-поджигатель, он норм. Здесь есть ебаки. Скорее всего, шахтеры. Черт. Это чел с огнетушителем поджигает их. Короче, поджигатель наш френдыч. Он убивает ебак. Ебать! Запри дверь, боже, запри дверь! Самое забавное, что я прожал я все кнопки и ни разу не проебался за самую мерзкую тёлку. Пам-парам! Не с места! Гора принадлежит Виндиго. Чё? Кому? Кто такой этот Виндиго? Есть... Я вспомнил видос, где к челу под толчок залазил, блядь, батя пьяный. Может быть, в подвале? Ладно. Блин, мне Крис немного этого, да. Игоря Линк напоминает. Понятно. Я не знаю чем, но... Что я должен про них знать? Она что, убийца? Что с ней? И делай как я. Почему она так посмотрела по-злобному? Надо убираться отсюда! Господи! Понял. Убил Гравита, ёпта. Если он тебя укусил... Я знаю, что вы думаете. Это ерунда. Да ну? Да. Эмили, дай нам посмотреть. Да, раз он тебя укусил, ты тоже станешь Виндиго и захочешь убить нас. О, господи, что теперь делать-то? Ты должна блядь. Уйти. Видел, на что они способны. Сука! Я, блядь, потел как ублюдок, чтобы ее спасти. Вы видели, как я жал на эти кнопки? У меня была микросекунда, и я все это сделал идеально. И теперь ты, блядь, говоришь ей, уходи. Я жал на каждую кнопочку, я ни разу не пропустил. Хуй там, она остается здесь, не поебать. Если вы все из-за нее сдохнете, мне похуй. Ребят, да уйди ты, наконец, слышишь? Ты, уйди отсюда! Сама уйди, сука.
Не надо, я не буду... Чё? Ни за что в жизни, блядь. Вы чё, ебанутые? О, это дед сейчас расскажет нам про... Да он же не нормальный. Я не успел прочитать! Даже сильный человек против него беззащитен. Он будет убивать без пощады, зачастую как раз своих бывших спутников. То есть, если бы я бы стал Виндиго, мне пришлось бы убивать Джеремуса, Клети, Дешави. Они научились отлично подражать людям, чтобы подманивать свою жертву. Можно я почитаю, блядь, сука? Но укус безвреден. Вот видите, укус безвреден в итоге. Они не могли сразу, сука, книгу прочитать, прежде чем в нее стрелять. Пиздец, тупые. Вот видите, пиздец, вот прикиньте, какой кринж чувакам, которые выстрелили в эту подругу и потом прочитали эту книгу. Они такие сидят, бля, по-любому. Это вам не Детройт, блядь. В Детройте, почему я был так жесток? Потому что там не было людей, блядь. Ладно, сейчас я опять начну за Детройт рассказывать, что там были дроиды. И все начнут, да дроиды, они как люди. Ты что, не понял? Роботы, они как люди в Детройте. Ты что, не понял? Флэшбэки с Детройта. Майк чуть не убил меня, это нормально? Не убил же. А эта сука только рада. Эм, не надо, она просто испугалась. Ну постарайся меня понять. А вот так тебе понятно, овца? Нихуя. Ого. Прости. Неплохо. Что-то слишком часто ссать хожу во время игры в Until Dawn, это странно. Но я же не могу терпеть, понимаете, здесь нужно QTE, а им... Опасность везде. Глотание сперы можно считать за каннибализм, если она глотала? Если да, то казашка все-таки станет Виндиго, если что, стреляй. Сперма, это же не плоть. О, все. А? И чё, стрелять в это? Ну ладно. А зачем я сюда выстрелил? Чё, нахуй я стрельнул, блядь? Что? Получай, мразь. Я подумал, что типа в этом есть какой-то смысл. Ладно, сори. Меня хватит на всех. Фух, сек. Сек. Сильно ладоньки вспотели, ребята. Блядь, круг! Фух, блядь, пацаны, секунду. Такой пот максимального уровня, просто жесть. Дружок, иди сюда, не бойся. Давай, давай, волк, пожалуйста. Нет, нет! Блядь! Что за хрень? Блять, пиздец. Жесть. Охуеть. Ёбаные уроды, блять. А, нужно было в бочке стрелять? Пиздец, я проебался. А можно как-то переиграть эту главу, пожалуйста? Это такой, я... Пиздец, можно как-то переиграть эту главу? Это супер тильт. Помогите, можно ее переиграть как-нибудь? Пиздец, мне так обидно за волка. Вот я не буду переигрывать, пацаны, потому что, ну, я так сделал. Это честно, по сравнению к себе. Эта игра, она... Ну, блядь, то же самое, что на Детройте, блядь. Вы серьезно? Ну, типа, зачем вы это делаете? Алдияр же, блядь, ну, зачем просто? То же самое, что на Детройте, один в один. Поймите, я так играю. Да, я побежал, не поставил баррикаду. В этом смысл, блядь, этих игр. Окей, ок, я все испортил, хорошо, по вашему мнению, я все испортил, хорошо. Но я так играл, это честно по сравнению к себе, это мой выбор, я выбрал бежать. Из-за этого, окей, что-то произошло. Разве не в этом кайф кинцо интерактивного? Какой, блядь, смысл играть в подобные игры только на идеальную концовку? Чтобы прям все были живы всегда. Какой вообще толк подобных игр? Вы понимаете вообще, о чем, ну, типа, вот ваша логика в переигрывании каждого момента, она на 100% теряет смысл вот подобных интерактивных фильмов. Я не буду переигрывать, я понимаю, что вы можете вонять, окей, это ваше право. Но жаль, Волка. Ты думаешь, сюда? Мне не жаль? Мне пиздец как жаль. Но вот так случилось. Волка, мне жаль больше всего в этой игре, поверьте мне. Эх, а первый стрим был такой идеальный, блядь. Не было детройтской душки, я-то подумал, ура, ура, люди опомнились. Один в один, как на Детройте. Переиграй, блядь, переиграй. Просто пиздец. Эй. Кто там? Слышишь? Джессика? Это ты? Да выяснить, конечно. А, стоп! Нет, это же...
Блять, нет, это же... Он же рассказывал, что они умеют поведение копировать. Джессика, блять, блять, я вспомнил сейчас. Ну я отвлекся, потому что душился. Если бы я был бы более сосредоточен, этого бы не было. Вернись, прошу, вернись. Пизда, блять, ну все, нахуй. Дальше я одна. Встретимся потом в доме, я пойду за Майком. Хорошая идея разделиться, реально, найс, найс идея. В итоге у нас трое, получается, сдохло. Но этот чел, это вообще, я так тупо за него умер, блядь, не стрельнул в бочку, это пиздец дебилизм. Больше всего во всей игре жалко волка пока что. Возможно, волк реинкарнируется. Микитас правильно пишет, пока мы о нем помним, он жив. Заодно в QTE потренируемся. Понял? Кружок справа, сука, справа кружок, слева квадрат. Ну научись же ты. Ну это я для того, чтобы чат на жопу посмотрел, как вы уж понимаете. Блять! Да как, там вообще миллисекунда дается, чуваки, я вам серьезно говорю, это ужас. Там миллисекунда дается. Да это круг должен был быть! Бля, я как в жизни не залезу сюда, но я буду пытаться, чуваки. Я смогла. Это я смог. Я победила. Это я победил. Ой, бля, эти скримеры, конечно. Я, знаете, у меня нет страха скримеров вообще. Единственное, чего я боюсь, что у меня все умрут, блядь. Я не хочу этого, я хочу спасти как можно больше. Вот так. Да лопата, блядь. Ты був? Ну, давай. Відповідальний за лопату. Да лопата, блядь. Майк! Он жив! Он жив! Найс. Есть, давай, давай, пошли. Пизда, жаль только волк не жив. Может, волк тоже жив? Беги! Видите, он и без меня в бочку выстрелил, Изи. Пошли, пожарим. Пиздец, я надеюсь, волк попадет в лучший мир. Отдушился уже немного. Так, вот Майк умер. Вот эта подруга умерла. Майк, слушай, ключа, в итоге два у меня всего умерло. Два из восьми, из семи там что-то. Самый важный был волк. Вот, блядь, вот не прощу себе, бля, за волка обидно. Но переигрывать не буду, чтоб честно было. Бля, Джошу пизда, его кроет нереально просто, смотрите. Нет, не надо. Только Сондерем нет. Мадино. Уйдите! Динг-данг-донг. Уйдите! Динг-данг-донг. Уйдите от меня! Нет, вы мертвы! Вас нет! Заткнитесь! Нет, вас нет! Сейчас он начнет хавать трупы и станет Виндиго. Окей. Здорово, Бет, как ты? Или это Хан? Мы остались. А, это Бет. What up? Почему оставил умирать? По приколу. Что это, мозг? Нет! Нет! Чувак, QTE сражение против психов? Как... Видай сало, блядь! Нет! Ты этого хочешь? Нет! Нет! Сняла маску просто. Это обращение игроков к PlayStation. Почему ты не спас FPS, Джош? Клевые зубки, зайчик. Ловил Виндиго. Связывал и держал живыми. Я недавно такого Виндиго словил. Вы не можете мне приказывать. Не, ну он ебанутый, его надо захуярить. Ну как бы, если он будет опасен, то я его убью. Потому что, мне кажется, его уже не спасти. Я как бы говорил, что его не надо захуярить, но сейчас он прям ебнутый уже, то есть, ну... Что с ним, Майк? Похоже на глюки. Джош! Не, ну если можно ему помочь, я постараюсь помочь. Хера у него пузо, блядь. Вот это. Либо уже так стоит смешно, я не знаю. Через этот лаз можно... Вроде он худой, но какой-то, блядь, непропорциональный, что ли, хуй его знает. На жопу посмотрел. Себя-то видел. Пошел нахуй, блядь.
Я же про него говорю. У меня-то пуст побольше, бля, в раз 800, нахуй. Ну, зачем? Уеби ему еще раз, он что-то опять с ума сходит. Кавера, бля, успокойся, ёб... А вот и ебака. Они типа не увидели ее? В смысле? Тебя нет! Уходи! Тебя нет! Не спас, да вы охуели? Тут вообще нельзя было, я ничего не мог сделать. Здесь даже QTE не было, здесь ничего не было. Он вообще не считается. Не спас, да вы охуели? Его нельзя было спасти. Сука. Вот, вот ли... Ну вы и твари, пиздец. Откуда у вас эта злость, блядь? Сука, это так сложно, это слишком тяжело, блядь, эти QTE. Я этого не понимаю, блядь, сука. Пиздец, вы видели, сестра тупо Джошу голову расхуярила. Жесть. Но он увидел ее татуху. Подожди, а если ему голову снесли, а там в тотеме типа, что он безумен? То есть, возможно... Возможно, он тоже станет Виндиго, скорее всего, но без головы. Без головы Виндиго. Он станет первым безголовым Виндиго. Как он будет ездить с жопой, очевидно. Но он клоун, как минимум, поэтому нам похуй, как бы, на него, правильно? Нет башки, нет проблем с башкой. Согласен. Блять! Нет, бежим! Бежим отсюда, скорей! Скорее, уходи! Да вот, зачем она толкнула ее? Запереть! Блять, я не успел ничего нажать! Я не успел просто! Надо было запереть! Бля, мне кажется, надо геймпад положить на стол, но я не буду, ладно. Он еще вибрирует, сука. Не-не-не, никакой зажигалки. Никакой зажигалки, бро. Не-не-не-не-не. Не-не-не-не-не. Выключатель, спасти Майка, он нападет. Майк пускай не двигается. Чё? Стоп! Не, ну это точно надо переиграть, подожди. Как такое произошло? Я вообще не ожидал, что там все взорвется. Надо было... Блядь. Вижу объект. Здание полностью уничтожено. Прием. Погодите, я что-то вижу. Да. Ну двоих спас. Два человека. Приземлился. Два из восьми. О, инферно. Бля, у меня какая-то хуйня. Я люблю все взрывать, видимо, потому что я в Детройте всех взорвал, нахуй. Не, ладно, справедливости ради я проебался, ладно. Надо было спасать Майка. Но тогда бы мы зажигалкой бы тоже... Смотрите, если бы мы их не убили, как бы было бы... Пиздец. Канон. Ну, канонично. Бля, в конце так сильно проебался, жесть. Я держался до последнего просто. Не, ну будем считать, что я прошел игру так, да? То есть все, окей, у меня выжили Крис и Сэм. Я спас клевых ребят. Мне нравился Крис, он клевый, я его спас.
Говорил только я. Мне нравилось, Сэм. Я их спас, все. Я думала, Майк погиб из-за меня. Из-за меня он погиб. Я должна была замереть. А, вот оно что. Вот оно что. Психичное порушение у нее теперь. Это моя концовка. Да, она хуевая. Да. Да, надо было по-другому сделать, согласен. Особенно в конце. Два раза я проебался с волком, здесь. Проебался еще с куколдычем. Но это моя концовка. Да, она хуевая. Но так сыграл я. Я подумал, что если бежать к нему, то тогда схавают и меня, и его. Вот у меня в голове просто не зародилась идея, что можно ничего не делать. Понимаете? Вот в чем моя проблема. У меня было два действия, и я выбрал... лучшее из худших. Но на самом-то деле правильно было ничего не делать. Если бы я ничего не делал, все бы выжили. Но это моя концовка, чат. Это моя концовка. Поверьте, вот та душка, что происходит сейчас, по сравнению с детройдовской, это вот такая вот капля в море, нахуй. На Детройте меня буквально, блядь, уничтожал чат. Он буквально съедал меня по кусочку, блядь. Сейчас-то, это еще такое. Блин, у Бретта такой голос приятный. Чё? Она играла двух людей одновременно? Ну и можно в крашка. В Let's Sing попеть, ёпта. Просто дурач безигравит, душит, охуеть просто можно. Ну ладно, человек ипотека, бля, ему 50 лет, поэтому можно понять. Ну ладно, все, ребятки. Как бы Джош Клоун, да? Спасибо всем большое за то, что смотрели стрим. Пока и удачи вам. Всего хорошего.